батальона. Видимо, они тоже получили сообщение иммунолога. Осмотри консульство и постарайся его найти. Мы тебе сообщим, где он может прятаться. Агент, мы засекли радиопереговоры батальона. Видимо, они тоже получили сообщение иммунолога. Осмотри консульство и постарайся его найти. Мы тебе сообщим, где он может прятаться. Отлично, спасибо. Противник. Внимание! К вам приближается противник. Внимание! К вам приближается противник. Ты у меня вылезешь! Бросаю! Не расслабляться! Прочувствую сектор. Thank you.
приближается противник. Агент, я, к сожалению, не знаю, что конкретно искать. Но Черненко не прекратил бы работать, даже если бы вокруг него рушился мир. Так что заметки, дневники и все такое прочее, ну, понимаешь? Призрак обнаружил неслабую кучу техники. Нахрена русским такие мощные процессоры? Обычно для шпионажа. Но Черненко мог использовать их для анализа различных моделей вируса. Скопируй данные со всех компьютеров. Там может быть что-то полезное. Внимание! Подключаюсь к сети. Устанавливаю соединение. Мы загружаем его файлы. Что это, доктор? Опа, это же схема РНК. Я еще не знаю, что с ними делал Черненко, но здесь тонны информации по геному. Агент, она нужна мне вся, целиком. Внимание! Обнаружено противодействие. Устанавливаю. Внимание! В доступе к сети отказано. Стоп! Куда все делось? Загрузка файлов прекращена. Нас взломали. Агент, это работа призрака. А значит, у кого-то поблизости он тоже есть. Этот человек — твоя новая цель. Любым возможным способом добудь эту технику. А вместе с ней и файлы Черненко. Зачищаем фронт!
получен доступ к системе безопасности. Протоколы безопасности отключены. Двери открыты. Койот-1, это Шершень, прием. Шершень, это Койот-1. У меня сработала система безопасности, иду к вам. Не нужно, сэр. Русский заперся в комнате безопасности. Но долго он там не продержится. Здесь ОТГ, но мы с ними справимся. Это не ОТГ. Я иду к вам, конец связи. Противник.
несколько международных законов. Сэр, повторяю, мы должны отвезти вас в безопасное место. Я поверил бы вам, если бы вы не застрелили сотрудников консульства. Пожалуйста, уходите. Чёртов русский хер. Что-то там все затихло, и мне это не нравится. Долго еще? Это автоматический дешевый. Так что тут не скажешь. Может, еще... противник. Джессика Кэндл из Нью-Йорка. Мы общались в Инсбруке после вашей лекции. Я вас знаю. А вам знакомы мои работы? Доктор Кэндл, мои записи у вас, они целы? Виталий, все хорошо. Мы хотим вам помочь. Откройте дверь. Сейчас. Сейчас я... Виталий, что происходит? Это пробивной заряд. Быстрее, агент! Получен доступ к системе безопасности. Внимание! Перехват радиопереговоров. Это Шершень. Черненко со мной, босс. Я забрал его записи с сервера. ОТГ они не достанутся. Готовы к эвакуации. Отлично. А как там наши друзья? Тут как тот. Разрешайте вступить в бой. Разрешаю. Посмотрим, на что способна вторая волна.
спецтехнология. Провожу синхронизацию. Устанавливаю связь с базой данных. У меня загружаются файлы из призрака, того самого агента. Мне с ними еще долго разбираться, но там есть кое-что страшное. Очень хорошо, что их удалось добыть. Хорошо, да не очень. Черненко увели у нас из-под носа. У меня его записи. Он мне не нужен, по крайней мере, пока. Сколько же тут всего интересного.